В растущее и крепнущее движение сторонников мира вливается движение советских людей за мир на нашей планете. Только в мае нынешнего года советские сторонники мира провели свыше 30 тысяч массовых шествий, манифестаций, митингов, вахт мира и памяти, в которых приняли участие более 50 миллионов человек. В день начала Великой Отечественной войны в Бресте, как и во всех городах-героях нашей страны, в рамках провозглашенной ООН Всемирной кампании за разоружение прошли антивоенные акции. Сюда, в Брестскую крепость, пришли люди разных поколений, чтобы почтить память тех, кто 42 года назад первыми дали отпор фашистской орде, напавшей на нашу родину, чтобы почтить память героев, стоявших насмерть.